Почему можно не готовиться к итоговому сочинению? Сегодня я вам расскажу, что вы совершенно правы, ведь даже не начинали подготовку к итоговому сочинению, а сейчас уже ноябрь. Ух ты! Ну и правильно, зачем вам готовиться? Господи, сидите, смотрите это видео, я вас успокою. Налейте чаёк, возьмите что-нибудь вкусненькое, поставьте свой лайк и подпишитесь. Ну и почапали! Во-первых, это же просто набор слов. Вы что, нормально не можете разговаривать в жизни? Конечно, можете. Так зачем вам тогда писать эти сочинения? Ведь все, что вы думаете, вы с легкостью переложите на бумагу. Вы нормально напишете все слова, ваше сочинение будет логичным. Никаких орфографических, пунктуационных ошибок. Зачем? У вас все здесь. А раз все здесь, значит, на бумаге будет такой же порядок. Так что, ну, зачем готовиться? Вы же нормальные люди. Вы можете нормально выражать свои мысли, нормально рассказывать своим друзьям то, как вы прогуливали урок литературы и английского языка, как вы тусили в пятницу. Можете рассказать? Конечно. А сочинение чем хуже? Напишите, не переживайте. Ваш план должен быть следующим. Заходите в аудиторию как царь, выбираете тему, которая вам понравилась больше всего из всех, сколько там, 7 тем, да, 6, а вы даже не знаете, зачем вам это нужно, вы же не готовитесь к итоговому сочинению. Ну и не надо, зачем? Придете, увидите, сделаете свой выбор и напишите. В лучшем случае можете начать с чего-то вроде «это важно, потому что…». Но наверняка вы понимаете, что вы же пришли на экзамен по литературе, да, это сочинение рассуждения по литературе, и вам я постоянно говорю, что структура вашего сочинения может быть любой. И писать вы можете все то, что хотите, никто вас ни в чем не ограничивает. Поэтому зачем готовиться? Господи, боже что мой, давай дальше. Аргументы ты можешь взять из интернета. Открываешь 40-ю вкладку YouTube, последнюю ссылочку, и вот-вот оттуда точно никто ничего не возьмет. Так что можешь смело переписывать их куда-нибудь себе, на маленький листочек, запихнуть куда-нибудь в тапку. О, ты же не в тапках ходишь на экзамен, господи, ты ходишь в туфлях, запихиваешь себе в... Нет, ты в кроссовках ходишь. Короче, запихиваешь себе в обувь, и все. Приходишь на экзамен, сидишь 30 минут, и такой, можно, пожалуйста, выйти? Выходишь, смотришь на аргумент, запоминаешь. А зачем выходить? Господи, снимай обувь прямо в аудитории. Снимаешь обувь, достаешь свой маленький листочек, прикрываешь его как-нибудь рукой, чтобы тебя точно не вывели из аудитории. Потому что мы умные люди, понимаем, что вообще-то за списывание удаляют с экзамена. Короче, закрываешь как-то рукой, и начинаешь потихонечку переписывать. И все, зачтут, да еще как зачтут. Уж поверь мне, зачтут. И вообще, зачем тебе какой-то аргумент? Что это вообще такое аргумент? Просто перескажи весь текст. Перескажи просто события войны и мира. И все, вообще конфетка, зачет получишь. Так что еще аргументы какие-то, умозаключения, размышления, это все не нужно. Перескажи текст. Этого будет достаточно. И вообще, какие аргументы из литературы? Даже пересказывать не надо. Открываешь любимый фильм, мультфильм, сериал и начинаешь смотреть. Смотришь. Да нет, даже не анализируй. Просто смотри. Вот как раз-таки с чаем, с вкусняшечкой. Хороший вечер получится. Да и плюс, любимый фильм намного легче пересказать. Любимый мультфильм тем более. А сериал, ох, так вообще легко. Вы хоть «Бумажный дом» смотрели? Действительно интересный сериал, который в одно удовольствие пересказывать всем своим друзьям. Так что этого будет достаточно, не переживай. Ну и наверняка тебе постоянно говорят, важно написать 2 аргумента, 3, а лучше 5. А зачем? Одного будет достаточно. Твой один хороший пересказ твоего любимого сериала или фильма с головой хватит. Да и постоянно говорит качественный аргумент. А кто вообще решает, качественный у тебя аргумент или нет? Ты пишешь по факту. Ну и все, будьте добры проверить и поставить зачет. Ох, я уверена, ты сдашь итоговое сочинение. Не слушай всех этих преподавателей, которые говорят, надо готовиться, которые зазывают к себе в телеграм-канал, которые говорят, у меня куча полезного материала, вам это понадобится. Зачем? Господи, зачем? Посмотри «Интерстеллар» лучше. «Бумажный дом» тоже посмотри.
прекрасный фильм, прекрасный сериал. Тебе точно понравится. Не готовься к итоговому, не надо, потому что ты веришь в свои силы, и ты прекрасно понимаешь, что справишься с этим сочинением. И я в тебя тоже верю. Ну а на канал подпишись и лайк тоже поставь. Вместе будем с тобой смотреть фильмы и сериалы. Я готова дать кучу рекомендаций. А если ты любишь аниме, о, мы с тобой точно на одной волне. На этом я с тобой не прощаюсь.